Логарифмы! Здравствуйте, меня зовут Балакирев Никита. Богом, и только знания приведут к успеху. Назоветесь? Да. Ну, имена скажете свои. Катя, Кристина. Все понятно. Но... Просто вычислим следующее выражение. Что ж, приступим. Сперва-наперво воспользуюсь следующим словом, что логарифм а числа c, b равняется единице на c логарифм по основанию а числа b. Значит, c у меня здесь 1 вторая. Получается логарифм 11 в степени 1 вторая в квадрате от 121 можно представить следующим образом. То есть 1 вторую я вынесу перед логарифмом и переверну ее. То есть c перейдет сюда. Здесь у меня c. Единицу на 1 вторую просто я на двойку. Так у меня здесь логарифм в квадрате, то у меня получается как бы произведение двух логарифмов. Логарифм 11 в 1 второй 121 на логарифм 11 в 1 второй 121, то у меня получается двойка умноженная. У меня вот это выходит перед логарифмом, и вот это выходит перед логарифмом. У меня получается двойка в квадрате. Сейчас здесь двойка и здесь двойка. Умноженное на логарифм в квадрате 11, 121. Этап следующий. 121 это у меня 11 в квадрате. Значит, я могу теперь записать, что это будет 4 логарифм основания 11 в квадрате 11 в квадрате. Это мне дает в результате следующее выражение, то есть 4 умноженное на двойку выношу перед логарифмом. Пользуюсь уже следующим свойством, что логарифм по основанию а, b в степени c будет уже равняться c. Если у нас степень вот от этого выражения, то она перед логарифмом вот таким образом ставится. А, b. У меня будет 4 на двойку выношу. Получается четверка. Также, как в предыдущем случае, у меня, поскольку два раза у меня два логарифма друг на друга умножаются, то получается двойка, двойка выносится, потом они друг на друга умножаются, получается четверка. Но логарифм в квадрате 11. Закроем пока вот эту степень, получается логарифм 11, 11. Если а и b у нас здесь совпадают, то получается единица. Тоже еще одно свойство логарифма, что логарифм а равняется 1, да? Почему я говорю закроем? Ну, чтобы она вас не смущала. Потом единица в квадрате дает нам опять-таки единицу, поэтому это просто получается 8. Значит, после вот этих преобразований, использования вот этого свойства логарифма, вот этого логарифма, вот этого свойства логарифма, я получаю, что у меня будет равняться 8. Ну, и на начальном этапе вы расписываете не как квадрат, а как произведение двух логарифмов. Вот ты ЕГЭ-то сдашь. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте свои пожелания в комментариях, ставьте лайк, участвуйте в голосовой группе ВКонтакте, решайте, какие ролики мне в дальнейшем записывать.